он рано лишился мамы, поэтому защищать себя приходится самому. Косолапый малыш не доверяет людям, от слова совсем. Скорее всего, из-за них он и остался сиротой. Нашли Мишку в Новочихинском районе, в полях. Голодный, испуганный. Сегодня третий день, как он находится под присмотром на страусином ранчо. Условия нормальные. Молоко, хлеб, мясо, рыбу, яблоки режем, мед даем. Это каждый день. Что ему больше всего нравится из еды? Ну, мед. Мед он любит. Остаться одному в таком возрасте для медвежонка – колоссальный стресс. Обычно они живут с мамой до 2 лет. Где Мишка потерял братьев и сестер – неизвестно. Здесь, на страусином ранчо, будущий хищник, как белая ворона среди своих одомашненных соседей – коз, куриц. Может, он ручной будет, привыкнет сейчас. Он через месяц будет на руках сидеть. То есть мы можем надеяться, что в будущем у этого медвежонка все хорошо сложится? Нормально все будет. Но, скорее всего, к рукам привыкать не придется. В ближайшее время Мишку планируют перевести в один из центров для одиноких медвежат. Там косолапых готовят к самостоятельной жизни. Когда этот малыш пройдет курс молодого бойца, его выпустят в дикую природу, где и место медведям. Кстати, буквально на прошлой неделе учиться взрослой жизни туда отправили еще 2 алтайских медвежат. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.